Голос великих гор Дагестана. Как имена великих Муи, Марият, Монарша. Наша героиня продолжает Адаты гор и воспевать родину. Радиостанция «Прибой» представляет новый концерт «Небеса души» яркой звезды аварской эстрады, заслуженной артистки Дагестана, несравненной и звонкоголосой Давуз Магомедовой! В столице Республики Дагестан прошел большой и грандиозный сольный концерт заслуженной артистки Давуз Магомедовой. В этот вечер зал «Дом дружбы» был полон любителями аварской песни. Ведь каждый понимал, что концерт будет колоритным. Яркое открытие приветственной лезгинкой ансамбля «Эхо гор» уже говорило о том, что впереди ждет очень много интересного. Сама Давуз Магомедова каждый год дает сольные концерты. Но на этот раз она действительно постаралась. Зал просто ликовал при виде своей любимицы. Каждая песня была подобрана так, чтобы зритель чувствовал всю любовь к себе. Ведь все мы понимаем, что заслуженная артистка Республики Дагестан Давуз Магомедова все свое творчество посвящает своему любимому зрителю и слушателю. В числе гостей в зале были и представители соседней республики. Оказывается, наша исполнительница очень любима чеченскими слушателями. В этот вечер поддержать и поздравить артистку пришли коллеги и друзья. Поздравляю Давуз, большой концерт, бомба! Концерт, конечно, очень красивый, шикарный, Давузка, бокалы, спасибо вам, что пришли нас поддержать. Слушай, прибой, всегда. Очень хороший концерт, приятная публика, теплый прием, спасибо огромное зрителям. Концерт, организованный телеканалом, медиахолдингом «Прибой», всегда хороший, «Прибой» вы лучший, спасибо огромное. И спасибо радиостанции «Прибой», спасибо вам огромное. В этот вечер удивили нас и дуэтными работами. Давуз Магомедова в дуэте спела не только со своей землячкой Айшат Насрулаевой, но и с близкой подругой Хавой Газаховой. Организаторами всего этого действия был медиахолдинг «Прибой». Само слово «Прибой» говорит за себя. Весь Северный Кавказ знает, что они являются лучшими организаторами. И это суперкачество. Большую любовь хозяйка этого вечера выразила своей дочери, посвятив ей красивую и мелодичную песню. Говорить о том, как реагировал зал, просто не стоит. Лучше на это посмотреть. Ну и, конечно, послушать. Хочу пожелать нашей прекрасной Давуз Магомедовой, конечно же, творческих успехов, высот и пожелать ей всего самого наилучшего, того, что сама себе пожелала бы. Магомед Манафов весь вечер был у штурвала этого концерта, ведь от ведущего многое зависит. К нему все подбегают и спрашивают: «О, мужик, раскрой нам секрет, как тебе это удается?» На что он говорит: «Я вообще не в курсе, я не знаю, мне жена сказала прийти сюда, стоять здесь и вести этот концерт». Ну и под конец сама Давуз Магомедова не только поделилась впечатлениями своего вечера, но и выразила благодарность. Огромное спасибо зрителям, спасибо музыкантам, самое главное моим танцорам города Хасавюрта, «Эхо гор», Давуз номер один, радио Аса, телеканал «Прибой». Я очень благодарна сегодняшним вечером. Дай Аллах им всем здоровья. Огромное спасибо моим спонсорам. Ресторан «Пещера», Давузу Магомедовичу.
Дай Аллах им всем здоровья, всех благ этой жизни. Вот и закончилась сольная программа заслуженной артистки Республики Дагестан Тавуз Магомедовой. Небеса души. Зал остался доволен, Тавуз Магомедова тоже. Ну, значит, вечер удался. И что ж, ждем новых концертов, новых эмоций и новых впечатлений. Патимат Алиева, Касим Исмаилов, специально для Прибой ТВ. Я умоляю тебя,